Сбывшийся кошмар всех авиапассажиров, аварийная посадка. И хотя самолет уже на земле, люди продолжают паниковать. Все хотят скорее выйти. Помогите! Тех, кто не может самостоятельно покинуть борт из-за травмы или плохого самочувствия, уносят на носилках. За несколько минут до приземления на полосе стелют пенную подушку. Ведь у нашего самолета отказало шасси. Хорошо, что это лишь учение. Окажись я в такой ситуации в реальности, вряд ли изложение происходящего было столь внятным. А вот для спасателей это рабочие будни, и тонуса они не теряют. Эвакуирован один пострадавший, тяжелый. Все по нормативам. Пожарные на месте ровно через 3 минуты. Одни тушат пламя, другие помогают выбраться из салона пассажирам. Здесь главное – плотное взаимодействие. На то и нацелены совместные учения МЧС, спасателей и пожарных. Через несколько минут огонь повержен, люди спасены, первая помощь оказана. С задачей справились, но не на все 100. Не разворачивался пункт приема пострадавших, сортировки. Это один из основных элементов. Дальше, значит, не полностью вся пожарно-спасательная команда аэропорта была задействована. Эти учения плановые и проводятся каждый год. К следующей тренировке обещали провести работу над ошибками. Главное – не допустить промахов, если нагрянет реальная беда. Ася Касьянова, Сергей Петров, «Новости дня».